Всем привет! Сегодня будем готовить домашние пельмени. Для этого нам понадобится тесто и мясо. Я беру свинину, грамм 500-700. Я уже ориентируюсь на свою тарелочку, в принципе, сколько мне надо. Вы можете взять больше, меньше, как вам нравится. Я, в принципе, люблю пельмени, чтобы у них было много мяса. Добавляю соль, черный перец, смесь перцев, либо приправа для мяса. Также можно добавить мускатный орех. Все зависит от того, как вы хотите, какой вкус вы хотите преподать этому мясу. Некоторые просто только соль добавляют и все. Также вы можете добавить фарш, лук через мясорубку. Я делаю без лука. И без лука и так получается, в принципе, довольно-таки вкусно и сочно. Дальше я из теста раскатываю шарики. Оставляю их минут 5, не больше, простоять. И потом каждый раскатываю его в пласт. Делаю пельмени при помощи формы. Ставлю мясо побольше, но и не стоит переборщить как бы с этими формочкой, потому что чтобы потом пельмени не лопались, не вылазила вся начинка из теста. Вот, в принципе, такое количество пельменей у меня получилось. Часть я варю, часть я замораживаю. В воду, когда закипело, добавляю немного масла и соли, чтобы они не прилипали друг к дружку. Варю пельмени минут 10-12. Все зависит от того, сколько пельменей вы варите, какое количество. И какое у вас тесто. Если толще, то дольше варите, если тоньше, то меньше. Пробуйте. После этого я добавляю растительное, я добавляю сливочное масло и все хорошенько перемешиваю. Вот, в принципе, как у меня получаются пельмени. Они, тесто тонкое, мясо достаточное, очень сочное. Ребят, вот такие пельмешки получились. Каждый заправляет чем хочет, кто-то просто черным перцем и уксусом, кто-то майонезом, и я люблю сметаной и зеленью. Сейчас буду пробовать. Мне очень вкусно. Попробуйте, сами сделайте и скажите, как у вас получилось. Всем приятного аппетита. Всем пока.